доброго дня, и вы снова на канале Элина Франц. И снова мы будем готовить полезный рецепт. Сегодня у нас рецепт из сладкого перца. Да, во Франции очень любят готовить из сладкого перца. И что же французы больше всего предпочитают? А очень любят они блюдо, которое называется пуавронад. И по-русски это просто паштет из сладкого перца. Да-да, существует и такой паштет. И я вас заверяю, что он очень-очень вкусный, полезный. Его очень-очень просто готовить. Есть два способа приготовления этого паштета. И я покажу вам один способ, но про второй способ я тоже расскажу, потому что просто меняется немного методика приготовления перца. А в основном это, в принципе, то же самое. Итак, что же нам понадобится для этого рецепта? Нам понадобится два сладких перца, запеченных в духовке или в печке. Это первый способ. Также нам понадобится 35 граммов орехов кэшью. А вы знаете, что эти орехи называют, это единственные орехи, которые в форме запятой. И у них очень-очень много полезных свойств. И одно из самых известных полезных свойств, это то, что они убивают бактерии, которые живут у нас на зубной эмали. И в Древней Африке врачи-лекари использовали этот орех для лечения больных зубов и десен. А также эти орехи, в этих орехах очень-очень много витамина Е, который очень полезен для нашей кожи, а также полезен для женского, особенно для женского организма. Ну, статью я вам про эти орехи подробную об их пользе оставлю. А теперь все-таки о нашем рецепте, о нашем пуавронаде. Также нам потребуется ложка оливкового или кунжутного масла. Также нам понадобится соль. Я ее не поставила, так как я ничего не подсаливаю, но если вы хотите подсолить, пожалуйста. Черный перец и кумин. Или как его еще называют, эту пряность, зира. Зира, исправьте, если я неправильно делаю ударение. И эта пряность тоже очень-очень известна. Она была еще известна в Древнем Египте. И до сих пор ее находят в пирамидах, в разрушенных пирамидах. Тоже польза кумина так велика, что вы даже не можете себе представить. И обязательно я тоже оставлю статью в инфобоксе. И нам понадобится 2 зубчика чеснока. Этот рецепт очень-очень простой. Нам понадобится миксер, блендер и, в принципе, все. И сейчас я расскажу, так как есть первый способ, это мы запекаем 2 больших болгарских перца в печке, но также можно потушить эти 2 болгарских перца с головкой лука и затем остудить. Это немножечко получится немножечко другой вкус, но тоже очень-очень вкусно. Начну я с размельчения всех орехов кешью в блендере. А затем добавлю наш красный перец, кумин, приправы, чеснок и немножечко оливкового масла. Можно добавить, как я сказала, столовую ложку. Можно добавить немножечко меньше или немножечко больше. Это по вашему усмотрению. Также я хотела уточнить, что когда мы запекли наш перец в печке, то после того, как мы его охладили, то мы удалили кожицу. И еще я забыла уточнить, что кумина нужно примерно 1 чайную ложечку. Итак, все ингредиенты у нас готовы, и теперь нам их осталось только перемешать в блендере. Ну вот, несколько минут, и наш паштет-соус готов. Французы любят подавать пуавронад с овощной нарезкой к аперитиву, а также они его используют
вместо майонеза, подают его к различным мясным блюдам и часто очень используют в виде соуса со спагетти, с лапшой. Но это очень-очень полезно, вкусно и просто. Я вам обязательно советую попробовать и приготовить пуавронаде. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, чтобы не пропустить новые полезные, интересные рецепты. И всего вам доброго и до новых встреч! Пока-пока!